Что вам так звездочку повесили, а вы еще это, ну, по за звездочкой, блядь, бегать не можете. Там реально все видно, блядь. Мне клиенты будут. Бомбы, надо. Где падают бомбы и тому подобное. Шкаф поставьте. Кирса, суманите. А я что-то запамятовал. Мы же вчера резку еще не убили, да? В этой. Как она называется? Это... Следующая 32. Кто хочет бомбу, я не против. Все в ваших руках. Доследовать херовая затея. Интересно, до сотки дойдем или нет? Никитос, из-за того, что вот такие нажимают следователь, там эта колбаса и растягивает. Так, секунду, отойду, дверь открою. Япончик, объясни мне, пожалуйста, с какого, как у меня набираются вот эти вот, копятся стаки? Я. Я что-то так и не понял, с какого удара. Смотрю, они когда копятся, блядь, медленно. Джокер на Фростборн. Подожди секундочку. Что-что-что? На Фростборн, МКХу. А куда это осквернение это выносить? Вот, допустим, Милик удалось осквернение вот этого. Куда он там танк танчит спереди, по центру танчит. К нему подбегаешь и все. Ой, блядь, осквернение нет. Осквернение за круг еще раз. Не, вот сейчас мне осквернение далось, я сразу начал убегать. То есть, чтобы в рейд не далось. Ты стоял в миле, изначально твоя ошибка в том, что ты стоял в миле, то есть куча людей, вы не успели выбежать просто тупо, потому что у вас было слишком доход. Да тут такой момент, что он багнулся, должен сквозь на выходе давать. Да, кстати. Тут чья вина. Запомни, маг, он сейчас... ну, по выходу из комнаты лич железно дает, блять, осквернение, либо если он не дает, это ебучий баг, все равно нужно разбегать. По выходу из комнаты все, блядь, стороны разбегаются, абсолютно все. Сравнение в тем, что один кричит под плащ встаем, три... потом говорят, надо разбегать. Ну то, блин, как ну крик надо разбегать. Да не, мы разбегали, потом сказали... из комнаты, неважно, что там говорит РЛ, нужно разбегаться, потому что он кинет в эту же секунду осквернение. Осквернение кастуется сколько там, 1.5 секунды, 2 секунды. Он берет в таргет и кидает в этого человека осквернение. Делаешь прочь, Лёха, слушаешь, блин. Если играешь от тактики, стандарт, и все. У мага как минимум есть блинк, тактика, можно блинкануться, да. Чтобы осквернение в мелизоне не было. Мне сказали нельзя, потом сказали, поэтому я не решил рисковать, я решил просто блинкаться можно. Я мог блинкануться, мог тапки поражать, я вообще это осквернение мог выкинуть из этого. Не, блин. Говорили, что нельзя блинкаться, тебе говорили, что тапки нельзя нажимать. Да с чего ты прям взял, блинкаться что нельзя? С чего ты взял, что нельзя? Где доказательство? Вот смотри, вот он дает мне осквернение. А можно без блинка, мы следующий пол пойдем, окей? А вы потом попиздите. Спасибо. Так мне тоже поможешь бафы раздать? Умник. Пристабаф, лапка. Или ты поэрелить захотел? Чё там, как на этот, на ДК стаки да, стака? Если есть свободный паладин, все, спасибо. Я бы продолжил, но ты обидишь. 32 КГП не ждут просто. Лёха подошел, нет? Да мы и так там самые последние. Чё тебе? Куда ты рвёшься? Находите да, даже в этом позитив. Поехали дальше. Позитивно. 64. Кирсу рыбу надо. Рыба, тебя поставлю, Кирс. Позитивненько сегодня. Идем. Бля, убейте его, пожалуйста, а то я ролить буду только через год в следующий раз. Кстати, этот. На убийственном пуле ГПшки не будет, даже если закосячите. Ну, короче, батька пришел, сейчас с первого раза убиваем, да? С первого раза попадешь в лужу. Пацаны, добейте, пожалуйста, чтобы ГП не... Зачем? Я
планирую до сотки дойти. Лёха, там еще джайна впереди. Там кик. Есть еще когда. Каждый пост начинается с нуля. Давай продолжать, чё с нуля. Вчера сразу на 8 попал, типа, на 4. Сразу продолжаем эстафету просто. ДВшники, можете еще в РС-ку сегодня заглянуть, там тоже аттракцион не видно на щедрости. Блять, спально. Каждый босс теперь будет начинаться с нуля и увеличиваться. Абсорба опять не было. В смысле не было, был. На всех трех группах. А там, ну ох. А чё, где Мозер с Геной? Всё, хватит. Могу забрать. Сейчас клюнет. На выйде стоит, пока тут. Блять, вы выйди опять. Милики, чему диспелите не выносите? Как бы это было. Головушку смотрите аккуратно. Драгонс. Нельзя чуть позже было продиспылить. У меня чумы нет лишь. Мелкий трэш, Лёх. Виталь. Мой таргет. Ну, вор ДД. На мелкий бурдалак. Он на один остался, Лёх. Вот, база. Денчик, надо будет меня нормально прохиливать. Чума есть? Да, да. Там с мили зоны по диспетчеру. Закер, фигач, полечу просто. А чё она в рейде-то делает, блять? Да там это вторая чума. А секунду, пас, дверь открою, сбегаю. Меня прохиливайте. Рейд там проседает что-то. Денчик с ранжа, кастани гнев небес. Там. Заберешь White Boss. Угу. Меня прохиливайте. Берсет 3. Я забываюсь тебя. Че, не перебежал, что ли? Духа слейте, мода. Слейте духа быстрее. И валик. Прохиливайте. ТД по рамбу. Кончику ману залить. Ману. Хера, наверное. Чё, меня дискал? Конечно, Геру. Геру. Зубы без КД.
Пильте сильно. Шаманы. Тут где-то героизм должен быть. Хилл ромбик. Печенька. Как батя разлил. Смести сюда, ты не просил. Тебя, Карин. Рухает два раз. Просто тут отдашь бы по толбарам. Смотрите, чтобы не заперли, не заперлись мы. Рэнч, малый круг, бля. Что вы на крайне убегаете, лайк еще. Просил. Быстрее валить. Чей тут там? Уж тебе, Женек. Бля, сейчас в лужу упаду. Спирнение сбежали. Вот подать, вот подать. Вот подними Талдеран. Он под заражение стал. Что там напереди стоите, Женёк? Эту. Идите, череп. Рамбей сил. Короче, Нарти, отдашь ты свой ДР по Талдераму еще один шанс. Ленчику ману приедет. А тут Анартио, Ауди, Ауди, Зигалка прожми. Тио. Валь. Не прохил. Для Тина Ленчику зайдете, нет сегодня? Ромб, ромб. В трусах лок. Лок в трусах. Лок в трусах, ромб бейди. Рядом с мечом. РДД ром, милики и печей. Опять демон лока, нету бафа, ребята. Появился. По боссу больше урон. 3%. Валик, не бьем, станем босса херачу. Там 1%, только осквернение 4. Ну, Валик, не стан дайте. Идите, блядь. Заебись. 1%. На край давай, Дэв. Прибежан. Прохиливаем. На пул пошел этот сферы бьем. Помнишь, как сию на перефазе этот сферы, три сферы хуярит, быстрее сплывайте. Нарте, встанешь, когда нас комнату затянет. Фаза. Заберу босс. Сферу добейте. Thank you.
Охиливаем. Как я могу встать? Друида тащите. Виталий, отдай там раздавать. Норси, чё там? Краю к стеночке. Держимся. Звёздочка активнее. Духи в рейд прилетели. Пиздец. Берса. Рожался. Хер. Будет неожиданное осквернение. Вставать? Нет. Да я знаю, мне, ну, там под берсой же не злю. Моса по мне, БР. Скоро лужа, готовьтесь. Да. Подальше. Перс. Все, пускай босса. Женек, если можешь, вставай, вставай. Бафу перезаходить. Киллер прикончиком. Войт сразу переводила. На середину где-то. Нормально. Сейчас комната. Да, комната. Прохиливаем. Жались. Звёздочка. Вперед, звездочки, быстрее догонять, кто там сзади задерживает. Лара просит. Поднимите рейд на фул. Дайте вот моба этих духов, видите, там РДД. Если что, зубы в КД. 5 секунд до выхода. Вернее, не смотрим. И отбежали от черепа. Нормально залечаю, все спрятаем. Ну куда вы уже, блядь? Я забрал половину. Так не успел даже выйти. Да блядь. Не. Идите к личу, хули вы тут вот делаете? Духи спускаются уже. Бегите, совы, блядь. Пиздец кадры, блядь. Если есть откинуто. Помогайте откидывать. 4 хила. Хить. Звездочку. Прохил Локи. Сову. Тереет. Лага, давай остановимся на пару всех. Стопит. Хильте. Бежать. Звездочка. Антипоксы поднимите. Дальше за звездочку. Бежать. Здесь можем выход. Сквернение черепа нахрен. Блин. Вот там БР остались. Медведа. Медвед, дай по Бруну. Иди его, блядь. Что, дай по Женьку. Бафы им сразу забыл. Осквернение 5. Вот подальше. Ухан, пизда ты гонит. Я
Я пролагала, не знаю, как место. Последняя комната. Уперсал. Сбежали, спросил. Выбежали. Если что, зубов нет. Похуй на зубы. Имею в виду, чтоб никто не сдох. Арина, может, нажимай вставать? Уже пропал рез. Ведь его сгодили. Одна секунда. Черепа все нахрен свалили. Совы все убежали. Не сюда ты под духов идешь. Да я... Руки летят. Лови. Ничего страшного. Одного потеряем. Гера? Геру дайте. Сперни. Подальше. Алдарам сейчас просто выдохнул. Ебать его вобрать. Почему я выдохнул? Ну, не могу. Сундук не открывай. Почти-то винил, умер же. Тут маскирение разливал. В смысле, ты... Первый раз упал, второй раз встал под... Ну первый раз я дверь ходил открывать, я же сказал же, я на секунду отойду дверь. Второй раз ты встал под заражение, а третий раз ты, блин, сука, побежал в мое осквернение. Я бегу к Трою, но ты бежишь за мной, при том, что Рейд на другой стороне. А чего умер, Я там не один же умер в осквернении, там сколько человек, четверо умерло, ты че? Четыре человека умерло. Что ты мне говоришь? Там умер ты не один, но конкретно за черепом за мной бежал ты. Я тебя видел, на тебя пострела. Ну, смотри, выбегала. Где ты лежишь, где они лежат, где я лежу. Выбегала, там люди за тобой бежали, разлилась лужа, они в этой луже постояли пару секунд, побежали выдыхать, в итоге... По центру остальные не будут удара. Кисок, да? Ты выдохнул, по 16, да, давали 32 часа? Кирс, ДПС. Ну, все, если блядь. Я третий по ДПС, то я еще не делал. Убили, слава Аллаху, во веки веков. Ты на пятом месте. Голова это, походу, кому-то. В смысле? Я тебя линкую за фулбол. 32 счастливое число. А я зашел, принял КД, получил ГП. При этом не анонсили. А дракон тогда за что никого? Он чисто ночью, походу, блядь, последнюю. Дракон подставщик. Дракон общий линканул. Нет, я линканул не общий, я линканул в одной из комнат. После того, как мы вышли. Вот, видишь? У меня общий, потому что я общий смотрю. 4 глоры упадет. Сундук никто 4. Не тронул. Короче, Миша, адмирал вагон. Да блин, я у него даже проки секстанта не отслеживаю. Просто два коня. Я сейчас... У меня сейчас в комнате, Миш, я 4 раза кинул обновление секстанта, он не обновился. Ты прикинь. 4 секунды не мог обновить его. Нет, его это убило, потому что он под берсой дал это. Да я знаю, я видел, что берса там, ну... Танчил, под берсоем дал жнеца, и, блядь, меня жнеца мать. На последнем ударе жнеца, он, по-моему, сдулся сразу. Нет, там он на 5 секунд вешает. Он просто он ударил жнец и на последнем втором. У него, короче, осквернение откладывается. Если перед выходом кто-то сдохнет, он в берсу пойдет. Тогда у него не будет осквернения, уже вот второй. Ну и чё? Там, блядь, 400 тысяч, короче, жнец душ стукнул. И вот люди, которых вчера не было, как я говорил, если Никитос придет с Пуханом и провокатором, уже будет победа. Да это ужасно вообще лич. Сегодня... А, и Мозер зашел после лича! Вагон. Мозер такой, ну теперь можно заходить. Он стрим смотрел по-любому. Да стопудово. Он был в сети, если чё.
А девка там такой вообще, наверное. Это... Так, я сегодня не прихожу. Руку не подходит. Ауди, лучше уйди, а то еще 32 накидывай. Это, наверное, сотка сразу. Я что-то вот после 10 тысяч страх вообще прям потерял. Дальше уже не важно. Глубже некуда. Кто там уже боец? Так, короче, все хорошо. Меня все это время не было слышно, да? Нет, к сожалению. А, ну понятно. А кто там такой умный-то на софта говорил? Совы топ-класс. Не, просто там такой чувачок говорит. Мне не понравились слова твои, чувак. Можешь молчать. Я твой понял настрой. Я извиняюсь, Лех, за... Ничего не ясно, короче. Ты так говоришь, что... Ты так говоришь, что людям, которые не говорили, что-то аж страшно стало. Сейчас приедем. Ну, ты понимаешь, что красивая сова вернулась к вам, ёпта. А чё сказали? Пусть... То, что рада. Типа под духами стою. Я всё контролирую, ебать. Что там сильнее, блядь. Оно это воет, значит. Да, это я сказал. Понятно. Сказал, что сову в ВБ? Так говорить и обобщать, окей? Не знаю, про чё ты. Чё-то половина духов, типа, просто вообще исчезла. Это из-за чего такое фигня? Это вот там, не просто... исчезло, не это просто потому, что зашли... Личко сковать надо. Короче, я глыбой словил, и половина вторую часть словила. Не, просто они летели, бах, исчезли куда-то. Я с бабой пробежался, не знаю. Ты закинь пати, то не видно кого. Рада вам здесь. Рада здесь. Все, кто с первым по пати, все здесь рядом написано. А, Вага, ты за зовом зашел, да? Митриус Аркус. Топ лук. Все как всегда. Козырные пушки, вы че? Самое говно из всего, что только возможно было вывести. Не согласна. О чем можно? Аркус, Аркус по КД падает. Аркус кому-то Аркус. Нужен, да? На третий спек? Да вообще нужен кому-то. Не, ребят, я дайте-то Аргус. Аргус мне на хила пригодится. Че, Кара Гер? Тайна есть, а Кара Гер. Вы Джайна будете бить или нет? Это пахана теперь и зов есть, и это хуйня, и то, что хочу. Какой зов? Так, где? Да, есть зов. Хуй зов. Это, будете бить эту или нет? Конечно. Сейчас РТ еще, что за вопрос? Ничего не хоть час больше. Два еще. Начало было в... И чё? РТ до 16 часов. До скольки? До 15. Наверное, будет, никуда не расходим. 2 часа у нас еще. Короче, мне надо лов, я там писал заранее. Можете ЕП снимать, я не могу дальше сидеть. Окей. Я писал тогда, видимо, тебе в ПМ на сову или на пала, ты не отвечал, что я не могу до конца. Да, там челик писал мне. Это ты мне писал. Ну, я просто болею, и, короче, пиздец, у меня темпер, походу, пиздец, я не могу сидеть. Я помог Лича, как бы. Можете ЕП снимать. За вот что же по ГП брать, или как? Пароло. Нет. Пароло. Соточка. Кто? Есть кому там фетиш нужный? Дракон сот. Тупо первый, всех. Обломил. Вы просто не могли, блин, и... Дракон 20 ГП. ГП получил не... На Джайна-то... Чё, прогресс-то сохраняется, да? Она сейчас все нас догонят, чё вы переживаете? Фух, это были самые веселые ГП. Это был самый ужасный пул. У меня к этому ГП нет вопросов.
спокойно. Что-то основу-то не полутал. Бля, Браска, как хорошо, когда нечего лутать уже. Та лужа меня еще смущала, типа, мне казалось, что, блядь, мне дискомфорт какой-то был, за это похуй, за это реально. Типа, когда возвращался, забежал в лужу. Носил ловушку. Фигня такая. А умер я в полете от заражения, и, блядь, чуть хилам не уебали ГП. Столько ГП просто проебали на ровном месте. Надо было заруинить под конец. Да, надо было заруинить под конец. Ты видел, ну, сколько? Что человек 8 БГП, да, утонуло? Да, они даже нас догнали. Вагонный, я на 9 месте получил ДП. Пухан, это вообще опасно было. Я теперь на край убегаю и жду, мне похуй. Раз типа на моем сквернении люди не убегают. Вот я вот посмотрел на сквернение мага, блядь, ушел в сторону нахуй, я, вот, блядь, даже не двигался, пока первого вот не... Вот тут смотри, где-то, где я прыгаю, видишь, вот тут где-то корова разлила, вот тут, блядь, осквернение, блядь, и никто не забежал в него. Вот это как, это откуда такая пруха? Брат, чудо. Все беги в ее осквернение. Пианист. А? Посмотри, я закинул во флудилки мое осквернение. Я в хиле, в танке. Танки. В сове. Танки. Вы бы вдвоем потанчили. Ушел. Магом предупреждал. Я в курсе. Да, спасибо. А Женек чё? На посох на мейн забрали. Ни ГП не было. Алексеич. У меня ролл показывает ваш на лоу-спек. Когда вы прожимаете. А чё, там ролил, там ролило три друида на лофспек ролило. Посох я проебал, походу, прилогался пока, охуенно. Ну ладно. Брун Аргус выиграл. Так ты, если на мейн, ты можешь его забрать, если ты на мейн будешь. Не-не-не, я не на мейн. Есть те, кто не надо вообще? Ой, кто не знает тактику. А-а-а! Я готов, Алексеич, выслушать тебя. АГП получить. Тут сначала все начинается. 200 сотки? В смысле, что сначала нуля? Меня слышно опять или меня опять не слышно? Сначала это 250. Сказал 0 сначала. Ты точно сказал 0? Ты говорил 0, это все слышат. 25 человек. Так с нуля это с нуля, типа 200. Ну вот с нуля. Начальная ставка 250, у него просто... Так, говорил, ладно, вчера, что с косаря будет. Мы можем с косаря начать. Хоть там 8 можно, хоть 16. Замойте дискорд в раске. Я могу и дальше продолжить. 16. Почему 16? 16 уже был. Да нет, ну, другой босс. Привыкания еще нету нихуя. Целкает. Так, значит, ладно. Что тебя слышно? Было? Меня Карина... Слышит или нет? Расскажи мне тактику, Алексей, я здесь первый раз, ё-моё. Подожди, Карина, объясни... О, короче, двум словом объясни тактику. Спустись в Дискорд ниже и объясни двум словом тактику. Я что, похож на сову, чтобы сов учить? На сове. В метком назначали, нет? Ты похож... друид. Ты похож на друида. Мне просто тактику объяснить, больше мне ничего не... Ну сейчас Карина объяснит вам двоим. Тут не объяснишь двух слов. Да что не объяснишь, я Слобику тогда за 2 минуты рассказал, он все понял и не косять. Правда, это было вечерним, ну да ладно. Кирс, а ты распределил людей по месту? Да, можно ауди в ромбике. Я тут меньше всего вайпаю. Так, Лех, а кто у нас будет 25-м? Ну, Дозара возьмем пока что. Объяснишь ему тоже. Малдазар, оптимист, Катя. Сон. Я его перекину. Так, что у нас тут по миликам? 5, 10, 12. А что так миликов? Луч веселый будет.
Очень. Никак. Так, сразу по 4 человека тогда, милики. Audi Dragon, Nortia и Никитос. Вы в печеньке. Враска, Эл-Рей и Вага. Вы в звездочке. Так, Талдарам, Никитос. Никитос как его, Пупана был. Или Провокатора назвал? Никитос уже был, и ни Пупана, ни Провокатора, по-моему, не назвал. Пухан, окей. Тогда Провокатор и Лёха в трусах. Войт, ты в этом, в рэмбе. РДДшники. Минде-2 даешь печенька. Малдазар. Трусы. Они тебя не слышат, они... Ну, окей. Ну, скажите им потом просто. Так, Малдазар в трусы, там меньше луч летает. Я в рамбе. Миша, ты в этой, в звезде. Виталя в трусах. Мозер звезда. Локи ромб. Пухан спрашивает, где он. Ай, господи, куда я его ставил? Пухан, бегай, где, куда хочешь. Пухан в печеньке стоял уже. В печеньке. Там то ли провокатор, то ли Пухан стоял в печеньке, я не помню уже. Все нормально. Скажите мне, где я стою, я тебя не услышала. Так. Кто это, да? Блин, ну вы что, не можете запомнить сразу, что ли? Я тебя не услышала. Так, Нортия, давай ты в печеньке пока что. Там самое... А Талдарам есть, стоит Талдарам? Там в печеньке самая сложная херня из-за того, что этот трон мешает. Точно не в звезде. Короче, ладно, Нортия, давай ты в трусы. Так, Мозер в трусы. Я в рамбе. Кого я там не назвал? Хилов, да? Кто-нибудь еще помнит куда? Я не против Враски стоял. Враски стоял. Везде Эл-Рей стоит. Эл-Рей везде, да. Так, хилы. Япончик и... Блин, даже не знаю кого. Далок. Япончик, Далок, вы в трусах. Пока тут в рамбе, Денчик в звезде и Мосса в печеньке. Короче, главное не обосраться. С первого пула убьете, от меню гопничаю. Да. Талдарам где стоит? Подскажите. Да, господи, блин. Короче, разбегите все, кого я назвал, по меткам. Кого я назвал. Те, кто не знает, выйдите в центр, ключу встаньте. Я скажу. Если с первого пула убьете, отменю ГП с лича. Так что два дня. Вчерашний тоже считает? Да. Пухан, ты в печеньке напротив меня будешь стоять. Пухан в печеньке, да. Вот так что не... это, по первой фазе там, в принципе, все херотень. Вторая фаза. Бегайте, блядь, закрывайте метеора, дебафы выносите. На этих, на лучах отбегайте, и это... Третья фаза. Если на третьей фазе после первого купола останется хотя бы 20 человек, мы ее добьем. Ну, грубо говоря, у нас сейчас может обосраться 4 новеньких человека. Просто своих же. Леха, поставь рыбу. Пускай у нас и старенькие обсираются. Так, Талдарам в ромб. Виталя в звезду. Поэтому я говорю, Никитос в печеньку.
20 человек, 21. Они сидят в другом канале. Ну передайте им, господи. Да там РДД, им по сути-то нечего обсираться, они типа на месте стоят, луч они не могут получить. Вот как раз-таки своей метки они обоссутся. А, ну в смысле обоссутся, на третьей фазе РДД-то легко. Не могут уронить рейд. Пускай им анонсит кто-то. Типа больше от миликов, потому что дохрена миликов луч. Чем лучше будет создавать лоры, тем больше шансов выжить на второй фазе. Если бы вот на... В большинстве случаев люди умирают от того, что в соло закрывают метеоры. Надо прожиматься, наверное. Ты один стоит. Нет, интересно, адмирал он нормальный, когда у него, сука, стоит макрос на релоад просто и рядом с актуальным скиллом? Если ты в неуязвимости будешь один, то засчитается вообще закрытый это? Да. А, если ты, например, паладин прожал бабл, это считается. Маг считается. Не, это, блин, логично. Друид под дубовкой считается. Не знаю, насчет роги. Рога тоже считается. Нет, если бабл считается, то ты полностью Все считается. Главное, все, чтобы все, там был любой, человек. Любой сейв считается, короче, по сути. Все, что тебя в состоянии засейвить от, скольки там, 30 калорона, грубо говоря. Если ты там на человека кинешь диван, и он закроет в диване, его тоже будет. Я про это и хотел узнать, потому что полная неуязвимость, это типа разные вещи, но может просто как будто нету человека, может. 1 СС, 4 БР. Понимаешь, там зависит от того, чтобы там просто находилось тело, а не из-за того, что пройдет по нему урон или нет. Один шаман. Поставьте почту, пожалуйста. Да ладно, почту. Вот рыбку кушать. Я пошу там, просто мне надо было узнать, как он реагирует на неуязвимость. Может, он считает, что нет человека, если он просто неуязвимый. Про это хотел узнать именно. Плащ этот сработает? Видишь, он 86 тысяч бьет. 90%, 10% и шанс, что ты сдохнешь просто. Ему нанесется 8600 дамага, плюс сопрот, ему 1006 прилетит. Ну да, где-то так. Не, лучше это не проверять. Лучше ложный выпад нажать. Ну, он не так сильно дамажит. Короче, лучше вообще в соло не закрывать. Ну, чтобы хотя бы два человека стоял. Тогда... При этом, как правило, похуй, сколько урона. Живой под 50% режет рестов. 50. Да. Типа, если втроем закрывать, там вообще по барабану. Там даже, по-моему, без сопрота выжить можно спокойно. Кирс, дай сопрот. Господи, инвалид. У адмирала нет. Я и говорю, что он инвалид. Давай на мужика. Без Я спрот. Уже с ГБ один брал. Чё там, все готовы, нет? Лёха, мне на ком? На чём? Босс? Больших выводишь. А ты мне ещё маленьких не привела. Мы убили просто лича, вот, где много людей умерло. Запускаю. На луже.